предложение Пашиняна по взаимному контролю неадекватно, и вряд ли азербайджанская сторона будет на это как-то реагировать. Она сегодня по своим возможностям, соседям и взаимоотношениям, в том числе с Турцией, значительно превосходит. При этом, оказав Армению в таком положении, когда она дискредитировала и деградировала наши отношения с Россией, и в этом вина Николы Пашиняна лично, я вот хочу, чтобы это звучало правильно, приведет к тому, что там государственный суверенитет и субъектность Армении находятся под угрозой. При этом, поверьте мне, как только это произойдет, все мировые паблики скажут, что в этом вина Российской Федерации. Дабы настроить огромное количество армян, находящихся за границей, сказав, что вот Россия не поддержала своих братьев армян. Надвигается большая-большая беда из-за политики Николая Пашиняна. Единственное спасение Армении – это правильные взаимоотношения с Россией, дружеские. Только опора на Россию может помочь Армении выжить. А он эти отношения дискредитирует, деградирует, устраняет и Россию отталкивает. Ну, поэтому о чем тут говорить? Надежда на дядю Сэма сегодня в этих условиях, мне кажется, контрпродуктивна. Дядя Сэм уже не одних людей бросил. Бросит и Армению, поверьте мне.